Каждый день рождения – долгожданный и яркий праздник, которого всегда ждут и к которому готовятся. А если это еще и юбилей, то остаться в стороне от веселья просто невозможно. В сентябре 1984 года в Десногорске свои двери открыл детский сад «Лесная сказка». Спустя 35 лет он стал частью привычной городской жизни и с радостью встречает все новое поколение горожан. Отметить очередной исторический рубеж решили шумно и весело. Преподаватели подготовили для детей настоящее театральное шоу с яркими и хорошо знакомыми персонажами. «Сказки я люблю, и угощение тоже. Пойдем, поздравим, я просто так». Главной своей целью детский сад считает воспитанников и преподавателей. Только в таком дружном коллективе могут рождаться интересные, познавательные и полезные идеи. Мы всегда творчески подходим к любому процессу. И тем более стараемся для детей сделать все, чтобы было им интересно, чтобы у них в глазах была радость, чтобы мы слышали веселый детский смех. Свои традиции тут берегут и наверняка еще не раз порадуют подобными событиями. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.